Всем привет, с вами Пенни Пресс. И для тех, кто не в курсе, я сообщаю, что сегодня у нас пятница. Мои постоянные подписчики, конечно же, знают, что такое пятница и чем это грозит. Ну а если ты на моем канале в первый раз, это смотришь первое видео, то я тебе хочу сказать, что в пятницу я объявляю быстрый розыгрыш, который проходит на субботнем стримчике. И все, что тебе нужно, это быть подписчиком канала, лайкнуть этот видос и написать комментарий минимум из 5 слов. Ну а в субботу твоя задача только узнать, выиграл ты или нет. Вот, на этой неделе в быстром розыгрыше принимает участие вот этот вот USPS неисправность прямо с завода. Прямо с завода будет разыгран завтра на стримчике этот USPIC. Вот. Ну а я сегодня буду снова открывать на изи-дропе. Буду открывать на изи-дропе. Прошлый дроп я так еще и не вывел, он здесь валяется. Не знаю, как это отразится на динамике, на статистике. Начнем, конечно, с фрикейса. Заберем три грозы, то есть заберу я три грозы отсюда и пойду счастливым крутить. Нет, все-таки один осадок будет. Три грозы не получится, заберу один осадок. Один осадок будет, вот. И пойду крутить ширпу. Ширпу, конечно же, ширпу. Конечно же, пойду крутить ширпу. Да еб твою ж мать, два осадка будет. Ну, что, ну извините, извините, что-то... Поломался изи-дроп. Поломались фрикейсы. Вместо грозы дают осадки. Что тут поделаешь? Ничего тут не поделаешь. Да ладно, сверхновая или хрусталь? Вот это да. Ну ладно, хуй с тобой. Золотая рыбка, сказал Пенни. И пошел крутить случайность засекреченная. В общем, я тут со следующей недели придумал классную такую штучку вообще. Интересно, надеюсь, вам это понравится. Я на стримчике обязательно про нее расскажу, что я придумал со следующей недели. Давай, в общем, случайно засекреченное крутим, на все остальное крутим ширпу. Смотрим, как выдает. Ну, здесь дает револьвер рублей за 70, а я иду отсюда. Интеграл. Охуеть, интеграл, дорогая штука. А вот это нет. А вот это нет. Черт. Черт, побери. Вот. Мне там в комментариях написали, мол, типа... Вообще, кем надо быть, если у тебя всего 400 подписчиков, чтобы иметь окуп, ну, то есть иметь плюс в 30к. Да, я в душе не ебу, кем надо быть. Я вам честно хочу сказать, что количество подписчиков, оно вообще никаким образом на окуп не влияет. Это вообще вещи между собой не взаимосвязанные. И ничем не это... Вот, если бы вот так вот залетело, то вообще бы прям милота была, да? Я думаю, вы согласны со мной, что если бы та линия полоска залетела, то это было бы очень-очень приятно. А пока что тут... Ну, я вот эти оставлю на контракты. Попытаюсь 10% поймать. Попытаюсь поймать 10%. Ну, хоть что-то может. Может, какое-то там разнообразие будет. Так, снова сетка африканская. Но это на 8 рублей комбо с сеткой. А, нет, на 16, да? Я думал, на 8 рублей будет комбо. Ширпапа. Ширпапа. Угу. Даже синее что-то дает. Он даже что-то синее дает. Ну, все, что дороже 10, я оставлю. Для того, чтобы... Вот. А завтра, кстати, на стриме я буду... Я буду выбирать себе галю. Я буду выбирать себе новую галю. Ну, как новую? Не совсем новая, конечно, галя будет. Галя-то будет та же, только подороже. То есть галя-то будет щелкунчик. Только она будет уже поновее. Поновее. Пободрее. А вся та же, все та же галя-щелкунчик. Как бы я сейчас безэмоционально вот так вот открываю, потому что, ну, я понимаю, надеяться на то, что тут реально что-то выпадать будет сочное, но это бред полный, честно. Не, если бы я всю неделю бы там что-то закидывал, депал там, да, возможно, возможно, но ну, сейчас на это рассчитывать глупо. Глупо. Ну, либо даже, может, не глупо, а не это, нелогично, вот, нелогично. Нелогично рассчитывать на то, что будет сок какой-то.
что сегодня... Ну, тут, да, сегодня я, по сути, даже деп... По сути, я даже деп свой не отжал. Ну, это нормально. Это нормально. На следующей недельке все равно... Я сразу маленечко приоткрою занавес. На следующей недельке все равно будет изик. Только там будет все по-другому. И все... Там будет конкретная цель. У вас, не у меня, у вас будет цель. А что там такое я придумал, я вам расскажу на стримчике. На каком стримчике? А на стримчике, который у нас пройдет, или... Давай вот посмотрим, сколько сейчас вот... так, продать все. 648, а было 440, да. Ну, 200, на 2 сотки я набил. На 2 сотки я набил. Давай мы сейчас попробуем апгрейды. Хотя я чё... А, ну вот эти я оставлю для того, чтобы контрактить, а вот из этих четырех я попробую апгрейды. С этих четырех я попробую апгрейды. Поглядим, как чего. Почти. Спасибо. Спасибо, что не послал. Чё-то я это... Power Dream. Ну, это мимо тоже. Тут, в принципе, по звуку, по шелчкам слышно, когда мимо, когда нет. Это тоже мимо. И, ну, еще одна попытка, и все, что останется, ну, под традиции, все, что там дороже будет. Ну, эти я покручу потом, эти я покручу на воскресном стримчике. О, сейчас залетит, прикиньте, сейчас как залетит. Пацаны, я это рандомно сказал, я, блядь, не знал, честно, я клянусь, я не знал, что залетит. Я просто предположил. Короче, у меня нет никакой подкрутки, не надо ничего думать такого. Ну ладно, чё. Ну ладно, я дал. Короче, деп вернули. Сука. Не, ну это ж надо. В общем, короче, такой вот видосик получился. В воскресенье у нас будет стримчик. Там будем мы уже... Деп, конечно, будет побольше, покруче, получше. И я там расскажу, что будем делать. В общем, ребята, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, пишите в комментарии. Всем пока. До новых встреч. А я погнал тренажерочку.